Ребятушки, всем привет, всех приветствую на каналчике Таксикул, ФБР на связи, как видите, я вещаю с города Харькова, коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюху, ляля-кебаб, и мы стартуем, ready, steady, go, погнали! Сегодня, ребятки, у нас непростая ситуация, поэтому рекомендую досмотреть видео от начала до конца и обязательно написать свой комментарий по этому поводу. Так, ребят, мои хорошие, всем привет поближе. Ой, обстановка у нас действительно сейчас непростая. Много прилетов, и часто они, очень часто в области, ребят, звучат. Да такие громкие, что даже до города Харькова доносятся. Также периодически прилетает в городе Харькове. И много комментариев, просто уйма, что вы пишете, что люди повыезжали практически все с города Харькова. Не осталось совершенно людей. И по этой причине я решил сегодня сходить и показать вам, сколько людей реально на улицах, скверах, на рынках, сколько в магазинах, какие цены на базаре, какие цены, собственно говоря, в магазинчиках, за сколько можно скупиться, покушать и так далее и тому подобное. Для себя вы сделаете как раз выводы, есть ли люди на улицах, либо же нет. Ну а в поддержку моего канала обязательно подпишитесь, поставьте лайки, напишите любой комментарий. Это будет самым лучшим подарком мне на день рождения, ребятки. Недавно мне стукнуло 36 лет, поэтому, ребят, это будет самый лучший подарок, если вы подпишетесь на каналчик. Всем огромное спасибо. Стартуем, погнали, посмотрим. Сунь, пойдем посмотрим. Там, говорят, вообще людей на улице нету. Представляешь, рассказывают, пишут нам такой в комментариях. Пойдем людям правду покажем. Красавчик. Всем привет-привет, скажи, ребят. Ой, ребятки. Шурую потихонечку. Полоновичку, как всегда. О, видите, желто-блакитные столбчики. Кто-то машину на мусорку выкинул. Гляньте, какую машину. Харьковчане зажиточные. Такую тачку на мусорку выкинули. Так и не одну, гляньте. Не одну. Ого, целый ряд. Целый ряд машин на свалку выбросили. Вот это вы говорите. Как вы там живете. Ну так, жируют харьковчане. Машины на мусорку вывозят. Кто-то пакет с очистками, а кто-то тачку. Кыть туда. Сразу порядок. Такой сегодня денечек, ребята. Вроде как и солнышко. Вроде как такое, знаете, вроде и тепло, но в тот же момент ветер такой прохладный. Прям пробористый. О. Сегодня опять засыпали личку. Пишите вы там различного характера сообщения про то, что квартиры даром, собственно говоря, люди продают, то, что уезжают, покидают город за тот момент, что, собственно говоря, будут окружать Харьков, что выезжайте, ничего не ждите. Такого характера, ребят, очень много комментариев. Ну, я считаю, что надо жить и смотреть на обстановку, как оно есть. У меня вообще такое впечатление, что уже все забили на Харьков, типа уже все, не знаю, чего вы так решили. Напишите свое мнение в комментариях. Как по мне, пока еще все более-менее. Лучше, по крайней мере, чем тогда, когда я сидел почти 2 месяца в погребе. Понимаете? Гораздо лучше. Есть чем сравнить. И это лучше, чем когда я жарю, ты сидишь в погребе. Что такие дела? Сейчас покажу вам дальше, как обстановочка. Что-то, ребят, сегодня вообще, посмотрите, куда-то все люди подевались. Нема никто. Церковь красивая, вечная наша. Ухи красивая. Вообще, гляньте, ни детей, ни людей, ни гуманитарку не раздают. Вообще никакого движняка. Просто трэш. Просто трэш. А не, вот дама с сигареткой идет. А ну-ка, пригуби. Сейчас только раз. Пошла жара в хату.
Так, голуби на месте, биологическое оружие. Вот пасется, ребят, набирается в свои зёбочи, куда там, да, ядерных отходов. Да они же вот это тоже, и бычки из-под этого айкоса собирают, курят. Вот эти, понимаете. Так, рубрика «Что рисуют дети на асфальте или на плитке в городе Харькове?» Вот таких каких-то чубакабрынят рисуют. Классики. Видите? О, тут вообще, смотри, тема. Вот это Санек намалеванный. Вот это вы, мои подписчики, смешарики все. Короче, видите, экскурсия вам. Максимальный обзор. Делаем максимальный обзор. Это кисюлек. Это шарик, вот, или джавелина, собственная персона. Они мел едят, эти голуби, всю. Сайкоса, бычки. Одноразки доклевывают. А потом понеслось. Летят, я видел видео, киносъемка. Документальный фильм. Стая. 1,4 миллиона голубей летят над городом. И ковровая бомбардировка идет с заднего прохода. И все, никто не выживает. Напишите, ребят, в комментариях, видели вы такое или нет. Кстати, кто-то цветочки тарабанил. Желтые цветы бы не рекомендовал. К разлуке, ребят. Проверим. Базарчик. Ух ты! Летчики на летчики летят. Так, распаковка кулька, что он если тетка до дома, до хаты, до ридной маты. Убежала, не захотела снимать распаковку. А удюх вот кто-то по бедности приобрел. А вот это батя, наверное, сейчас перчатки спортивные оденет, гоночные. Сядет. Выхлоп Акрапович. И погнал. В кафешках даже сегодня, видите, людей почти нема. Что случилось? Что сталось, ребят? В кафешках нема людей. Жесть. Аппетита пустует. Азия суши тоже. Опа, зажарила. Или жареный петух в жопу клюнул. Называйте как хотите. Футболки. И без трусов. Распаковка. Проверить, в трусах чи нет. Так, там чилят все как положено. Девка ходит через 6 сплошных линий. Побрела за закладкой, наверное. Срочно бежит уже. Хочет на небо вот так встать, посмотреть, зависнуть, посчитать звезды на дневном небе. Ой, среди белого дня. Так и живем, ребят. Так и живем. Ну, иначе я не знаю, что ее сподвигло перебежать здесь дорогу. А может, у нее рябит в глазах, она думает, да вот тот же он, пешеходный переход. И побегла. Розеточка працюя. Все как положено. Братья вам шуруют с тележкой. Значит, велосипед, тачка, примотана, чтобы вы понимали. Так вот люди живут сейчас. Вот так, ребята, живем. Базар что-то пустоватый сегодня. Такой какой-то, ребят. О, у меня вот есть овощи. Что-то люди продают. Капуста. Малина, мышку. Перепорчик. Дискотека нехилая.
девочки. Голодать. Индюшачий. Свинячий, свинячий. Свинячий. Это сколько? А какой он там? Большой вообще? Ну, свиной. Вот так, смотрите, да? Я вам... Котелячий. А мы не стесняемся. Это уже закончилось лет 10 назад, когда мы стеснялись. Давайте, давайте. Уже все. Сырок, ребят, кому какой тут надо. Короче, есть все, ребят, были бы груши. Были бы груши. Что тут, мороженцы? Мороженцы. Скоро сезон начнется. Яблочки. О, курмочка. Ну, ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч!